И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 1, я ее нашел в воркшопе сегодня. Серега, поздоровайся. Всем привет. Давно у нас не было рубрики, аниматроники гоняются за нами. Так что Серега будет спамить, потому что я наставил кучу здесь освещения, спаунов. А Серега у нас будет сегодня вредитель, ставить кучу всяких аниматроников. Да, засранцев, не так, как просто это сказать, наверное, правильно тогда. Ну и будем начинать. Если пьете, кушайте. Приятного аппетита. Погнали, Серега. Веселиться. Сначала просто поубегаем, а потом, если что, что-то попридумываем. Так, ого. Там лимит стоит, штук 100 вроде бы. Это первая волна, да? А немного для первой волны? Не, мало. Так, пацаны, давайте. Все бежим в подвал, встречаемся в подвале. Кто первый, тот красавчик. Кто последний, тот козявка. Фонарик включаем. А, не, тут видно что-то. Так, я в подвале, тут еще ниже есть. Еще ниже. Это Мефилис. Во, я на бочке. Они тут не достанут меня. Классно, я зашел. Он кряче бежит. Так, пацаны, ой-ой-ой, сейчас кто-то умрет. Крячка сдохла. А, кряче упал и умер. Так, подожди, а чё они сюда не бегут? Сейчас прибегут, я чувствую, толпа бежит. Нет? Пацаны вздыхают и вздыхают. А нам ничего. Серега, а ты за этого Папайруса играешь? Да, я Папайрус. Вот у нас сегодня, знаешь, Серега, режим выше земли. Царь горы. Или царь горы, да? Так, тут тупик. Или это, конечно... Пол это лава. Ага, Пол это аниматроник. Фредди побежал. У меня фонарик забрали. Нет! Блин, какой-то челик меня толкнул. Во! На эту бочку легко запрыгивать. Отлично! Они бегают здесь внизу. Они нам ничего, да, наверное, здесь не сделают плохого? Фонарик забрали. Наверное. Вот жлобы. Хорошо, что я поставил свет. Ой-ой-ой, Серега, я вижу, как ты там ходишь. Ого, они на меня все сагрились. Я к Сереге бегу. Аккуратно. Так, они там толпятся. Че, застряли? За мной что-то боньки идут. Что-то они слабо совсем. Не, кстати, вот тут они уже гоняются, пошла. Они смотри, упал опять кряче. Так, я наверх. Фонарика нет, украли. Я самое дольше, наверное, прожил. Потому что подсосать. Я живой еще, я живой. Ты еще ни разу не умер, что ли? Нет. А это законно? Да. Понял. Думаю, что да, за мной Бонька бежит, правда, ну, а так законно. Ой-ой-ой. Так хорошо, что нас ставит. Ух ты ж, моя мами! А ты где, внизу там? Я внизу был, решил подняться наверх. Ага, а здесь вообще жопа. Ой, мамочки, я, кажется, это навожу кучу штаны. Так, пацаны на столах стоят и боятся спрыгнуть. Серега, привет, как там у тебя дела? Ты я где? Вниз. Я вниз, я вниз. Ах, блин. А что такое, какая-то стрёмная волна, очень сильная. Так, где тут кухня? О, чё они не идут за мной? Тимас. Что, что? К аниматроникам подключаются старые добрые друзья. А ты марионеток много поставил? Да, прилично. Фух, вовремя я запрыгнул на стол. Ребят, это просто доли секунды, а я бы слился. Ну и чё ты их наставил, и ничего. Просто ничего. Просто гоняются. Какие-то они бешеные. Я, наверное, даже если я спрыгну, я доли секунды пробежу. Проживу. Давайте попробуем, смогу я через вентиляцию убежать. Раз, два, три. О, я живой. Я живой. Офигеть, они меня не могут догнать. А! Блин, жопа. Догнали. Я ж дернулся. Я в туалет. Серега, как у тебя там дела? Нормально все? Живой? Да, я тут валяюсь, дохлый. Ого. Правда. Нифига себе ты их сколько поставил. Мне так, в туалете, да? Ты? А, я вон, я вижу, ты же тоже слился. Че, Серега, сыкаешь, да? Да, мне смотри, надо спасать. Смотри, я не боюсь никого. Они застряли. Они просто стоят. Друг в друге. Ах ты ж, блин, откуда она взялась? Хорошо, зацикливается анимация. Стоит себе, просто стоит. Давайте какую-то оружку легенькую возьмем, кроме админского пистолета. Не, это не особо. О, очень. Я попробую спайдер-модом на другой стол перепрыгнуть. Челлендж. Так. Эх, еще раз. О, Серега, я могу прилипать. Ты где? Я этой, в спайдер-моде. А, вон, я тебя вижу. Смотри, они гоняются за мной, я успеваю убегать. Смотри. Опа.
Шпон. Димас, отвлекай их, я пока в них стреляю. Смотри, Фредди стали все на проходе. Есть, я успел. Чего раньше так не придумал? Так. И летай над потолком, и смотри, как пацаны. Немножко читерски, может, но в этом есть прикол. Так, 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 так. Бегут за мной, быстрей. Летай, 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 летай. Серега, ты можешь так, как я? Ты где? Так я тебе... на потолке. А вот ты где? Ах ты жук вонючий. А чё я жук вонючий? Я спайдер-модер. Спайдермен, спайдермен. Он вонючка. А, я упал, еще раз. Так. Я, пожалуй, заморожу аниматрон. Уго. А, вот так прям можно по чуть-чуть. Офигеть. Классный мод. Убивается. На изично. Ты спринтрапов поставил? Да. Мне это нравится. Так, что-то ваши бомбы не замораживают. Я не могу аниматроников заморозить. Ой, я знаю, какую бомбу надо. Она реально классная. Вам понравится. Сейчас. Нейтриновая? Нет. Вот. Вот это вот. Она не убьет всех, но она очень классно взрывается. Пацаны, бегите. Ой, мамочки. Бегите. Ух ты. Ой, тут все горит. Пацаны, ну как вам бомба? Мне понравилось, да? Классная. Так, сейчас, пацаны, две штуки взорвем. Мне кажется, надо две взорвать. Они живые остались. Блин, взрывайся. Я в эпицентре. Ай, жесть. Еще одна, Серега. Блин, так эпически они взрываются. Мне сейчас в той серии понравились они. Блин, Серега, почему их не убивают? Потому что это газовые бомбы. Она мне нравится по эффектности. Она и не вылетает никогда. Ой, я знаю, что можно еще взорвать. Стой, может не надо взрывать ничего? Вот это что за бомба? Что за... Что это? Это пердежная бомба. Я хочу таких пердежных бомб много штук взорвать. Так. Не, они какие-то слабые. Я думаю, они хоть немножко хп тратят. Надо комбайновую бомбу. Нифига себе, от нее эффекты классные. Так, пацаны, спрыгивай. Где они? А ну идите сюда. Блин, у меня скример на лице. Ух ты, жесть. Ого, это что это такое за бомба? Это комбайновая бомба. Сейчас что-то еще будет? Да все уже. Прикольно. Ой, Димас, это ты эти бомбы поставил? Да. Я тебе помогу в активации. Да так ты не актив... А как это? Вот активируется. Ого! Такой эффект классный. Я знаю, вот это тестовая бомба, это что? Ого, это тестовая? Нифига себе. Или топливо. Серега, ну ставь еще аниматроников. Да нет проблем. Сейчас будет. Так, а мы сейчас взорвем. Раз. Давайте, не знаю, вот так, наверное, положим их в рядочек здесь. Это, ребята, вот эти бомбы мощные, тест. Которые Сереге, наверное, очень понравились. Я не знаю, что будет с горизонтом, но мне кажется... А, ну это ядерные бомбы, Нет, так а что я их взрывал, они не ядерные. Это ядерные, это самая слабая ядерная бомба. Это тестовая. А что не катятся? Тут полы, короче, жамшу делал. Полы кривые, Серега. Под уклоном пиццерия. Ой, а может их активировать знаешь чем? Сейчас. Оружие. О, NTT, наверное, вот тут где-то оно еще, я помню. Я знаю, чем активировать. Чем? Ого, их! Еще ставь, или хватит. Ой, ребята, что сейчас будет, я не знаю. Готовьтесь. Ого. И, друзья, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.